Происхождение и развитие космических объектов и их систем, а именно звезд и звездных скоплений, галактик, туманностей, Солнечной системы, включая Солнце, планет со спутниками, астероидов, комет, метеоритов, изучает наука космогония. Галактики – это огромные космические звездные системы массой от 10 в 5 степени до 10 в 14 степени масс Солнца, со средней плотностью вещества в них 10 в минус 24 степени грамм на кубический сантиметр, являются основными единицами крупномасштабной структуры Вселенной. В начале 20 века английский астроном сэр Джеймс Джинс предложил модель формирования галактик из облаков газа, связанную с гравитационной неустойчивостью вещества. Согласно этой модели, если в однородном по плотности газе ранней Вселенной случайно обнаружится сгущение, то оно под действием сил гравитации будет сжиматься, обособляясь от окружающей среды. Процессы гравитационного обособления вещества Вселенной стали возможным только после того, как Вселенная в результате расширения охладилась до 4000 кельвинов. Прошел процесс рекомбинации, вещество стало нейтральным, излучение перестало взаимодействовать с веществом и препятствовать гравитационному сжатию. Это случилось примерно через миллион лет после Большого взрыва. Гравитационное сжатие первоначальной неоднородности происходит до тех пор, пока силы гравитации не компенсируются другими силами – давление, центробежными, связанными с вращением. При этом галактика стабилизируется. Таким образом, формирование звезд происходит в уже обособленных галактиках. В первоначально однородной галактической среде могли образовываться гравитационные неустойчивости. Случайно возникшие уплотнения газа массой более 10 в 5 степени масс Солнца под действием гравитации сжимаются и обособляются, распадаются на фрагменты, которые постепенно приобретают сферическую форму. Из них и рождаются звезды. Сначала сжатие возникшей протозвезды происходит изотермически, при постоянной температуре. Затем температура газа возрастает. Сжатие продолжается до тех пор, пока возрастающие силы давления, зависящие от температуры и плотности, не уравновесят силы гравитации. В этом случае возникает состояние гидростатического равновесия. Первый этап эволюции звезды зависит от ее массы и может длиться от нескольких сотен тысяч до нескольких сотен миллионов лет. При достижении температуры в несколько миллионов кельвинов в недрах протозвезды начинаются термоядерные реакции. Тогда ее можно считать нормальной звездой. Продолжительность этого типа эволюции звезд зависит от массы и может достигать сотен тысяч и миллионов лет. Сформировавшись из облаков горячего газа, звезды в течение долгого времени сохраняют устойчивость благодаря балансу между выделением тепла в термоядерных реакциях и гравитационным притяжением. Стадия нормальной звезды длится, пока не будет использовано все топливо, например, водород, в реакциях термоядерного синтеза, в ходе которого формируются атомы всех элементов вплоть до железа. Когда горючее звезды заканчивается, наступают последние стадии эволюции звезды, которые можно сравнить со старением и смертью. Если масса звезды сравнима с массой Солнца, то по мере выгорания водорода центральные области звезды сжимаются, формируя горячее плотное ядро. Оболочка звезды при этом раздувается, и в течение сотен тысяч лет со стороны такая звезда будет выглядеть красным гигантом размерами с орбиту Юпитера. Потом оболочка будет сброшена, и маленький с Землю белый карлик будет медленно остывать в течение 10 в 12 степени лет. Такая судьба ожидает наше Солнце. Если масса звезды не превосходит 5 масс Солнца, то она также сначала превратится в красный гигант размером в несколько десятков радиусов Солнца, а затем сбросит оболочку, которую можно будет наблюдать как планетарную туманность. Оставшаяся масса звезды превращается в белый карлик, который светит за счет накопленного тепла, остывает и в конце концов превращается в темный, так называемый коричневый карлик. Более массивные звезды увеличиваются в размерах на стадии красного гиганта до сотни радиусов Солнца. Их взрыв называют вспышкой сверхновой. Сверхвысокие температуры, миллиарды кельвинов, позволяют синтезироваться элементам тяжелее железа. Сверхвысокое сжатие образует ядро такой плотности, что протоны и электроны превращаются в нейтроны. Тогда на месте взрыва такой звезды остается нейтронная звезда. Если масса оставшегося ядра сверхмассивной звезды превысит 2,5 массы Солнца, то гравитация такого тела будет настолько велика, что любое излучение не сможет его покинуть. Такие объекты называют черными дырами. Образование многообразия химических элементов открыло новый этап в развитии вещества и формировании его структур. Наличие звезд подчеркивает необратимость процессов эволюции вещества во Вселенной. Согласно современным представлениям, рождение Солнца и рождение планет – это единый процесс. Так, образование Солнечной системы связывают с гравитационной неустойчивостью туманности из газа и пыли от взрыва сверхновой звезды. Скопление вещества в центре туманности привело к формированию Солнца. На периферии формировались предшественники планет. Они сталкивались, разрушались. Более мелкие обломки притягивались крупными, их размеры увеличивались, что за 100 миллионов лет в конечном итоге привело к формированию знакомых нам планет, а также малых тел Солнечной системы. На сегодняшний день обнаружено огромное количество планетарных систем. Место центральной звезды некоторых систем занимают массивные планеты или даже пары звезд. В процессе самоорганизации и эволюции Вселенной звезды, планетарные системы рождаются, живут и умирают, подчиняясь фундаментальным законам природы. И этот процесс непрерывен и бесконечен.